ноу-хау моей системы. Амперметр, смотрите, тройной провод. Значит, это у меня одна батарея. 3,2 выдает. Это у меня вторая. 3,2. Могу замкнуть оба. Приваривается. Вот, 6,5. Замкнул обе. Вот. Два провода. Что это дает? Можно контролировать каждую панель, находясь внизу, а не наверху. Вот. Вот так это подключается. Сейчас подключу двойные диоды. Значит, вот вкратце как работает. Вот у нее провод идет. Три жилы. Значит, уже двойные спаренные диоды, чтобы выдерживать. Вымазал руку. Чтобы выдерживать ток. Сейчас погода не очень дождливая. Этот не работает без подключения аккумулятора. Это у него, ну, большинство такая фишка. Ну, а это как бы работает. Вопросов нет. Ну, вот совсем мало вольтаж. Сейчас уже 6.20 время. Вот это идет на зарядку КБ через предохранитель. Предохранитель хилый немножко. Про эти клеммы я уже говорил. Вно редкостное. Надо менять на отечественные. Других нету, нигде ничего не продается. Ну вот сегодня солнце довольно яркое. И рекорд тока. Значит, смотрим. На минус даю. 4,9 ампера. Так. Ой. Вторая моя панелька на входе. 4,9. То есть фактически заявленных 5 заводских. Так что все good. Теперь сделаем на выходе суммарная десятка, почти 10 ампер. Круто. Значит, полностью все подключил. Аккумулятор. Вот. В режиме ожидания чуть меньше пол ампера потребляет. Вот. Все работает. Автомат включен. Потребления сейчас никакого. Что здесь у нас? Что-то там не отсвечивает, не вижу. Вот что происходит здесь. Шел провод, кто стоит. Значит, беру дрель. Включаю. Чисто китайскую дрель. И смотрим на потребление. Вот, по нулям, да? Грубо говоря, под 170 ватт без нагрузки. Смотрим теперь на амперметр. До 15 ампер. Теперь смотрим. Здесь 3,2 идет зарядка. Скачет. Сейчас дам нагрузку. Ампер. Сейчас буду делать опыты с холодильниками. Значит, сейчас работает холодильник. Вот у нас около 12 ампер с аккумулятора берется. Значит, потребление 125 ватт. И в чем плюс у нас? Сотка у нас заходит с солнечных панелей 100 ватт. То есть большая часть наберется напрямую. Напрямую вон 7,3 ампера с солнца. То есть большая часть питается напрямую от солнца.